промышленность, инвестиции, жилищное строительство и потребительский рынок. Эти основные отрасли экономики города в первом полугодии 2015 года имеют тенденцию роста. Стоит отметить, что 90% объема всех инвестиций – частные средства. Большое влияние на рост инвестиций оказали динамичные темпы роста жилищного строительства. По прошлому году мы ввели 822 тысячи квадратных метров. Уфа занимала среди городов-миллионников шестое место. По первому полугодию у нас также, в принципе, темп жилищного строительства имеет положительную динамику. 358 тысяч – это у нас за 7 месяцев введено, что на 22% выше аналогичного периода прошлого года. За январь-июль 2015 года в нашем городе проведены значительные изменения. Завершено строительство 7 гостиничных комплексов, реконструировано здание художественного музея имени Нестерова, а также открыто второе колесо обозрения. Построен фонтан «Семь девушек» и продолжается строительство фонтана на площади Ленина. Но не во всех отраслях экономика города имеет положительную динамику. Уровень безработицы похуже, чем у нас было в прошлом году. То есть, если на начало текущего года уровень безработицы составлял 1,13%, то по итогам 6 месяцев он у нас составляет 1,25%. В настоящее время на территории городского округа реализуется 128 проектов. При условии их полной реализации дополнительно будет создано почти 12 тысяч рабочих мест. Кроме того, в стадии завершения и уже даже готовности к реализации находится еще 42 проекта. Количество рабочих мест по этим проектам составляет порядка 5 тысяч. Также начальник управления экономики администрации нашего города отметила улучшение демографической ситуации в столице Башкирии. За первое полугодие в Уфе родилось 8632 ребенка, что на 1,8% больше, чем в соответствующем периоде 2014 года. Естественный прирост населения составил 1874 человека.